Привет, друзья! Это опять я, Денис, ваш повествователь об Албании. Вы знаете, к нам часто поступает такой вопрос про албанский менталитет. Вот. И мы, конечно, ничего умнее не придумали, как пойти к нашему знакомому другу-албанцу, к Сильвию, и спросить, что он думает про албанский менталитет. Так будет гораздо интереснее, правда? Пойдемте спросим. Сильвию, привет еще раз. Привет. Да, как вы? Да. Все, слушай, привет. У нас такой к тебе вопрос. Ты как настоящий албанец, расскажи, пожалуйста, пару слов про албанский менталитет. Если короче, как я могу сказать? Ну, они, например, во-первых, они семейные люди. Они любят хозяйство дела, они любят его семьи, любят дети и любят работать. И любит сделать бизнесом. Короче, это все. Ну, еще я могу сказать, что они любят еще ваша страна и ну, все, что есть. Любит путешествовать, ну, как все, я думаю, и любит. Ну, мы любим тоже наши лиги. У нас есть, например, есть, думаю, четыре разных религии. Есть мусульманские, есть католики, есть еще, ну, есть, типа, другие варианты религии. И у нас все хорошо, все, ну, я могу сказать, что все работает. Не, без разницы и без дискриминации, если я могу сказать. Хорошо, хорошо. Скажи, пожалуйста, Силия, а вот мы заметили, может, нам показалось, что албанцы, знаешь, они вот какие-то неспешные, неторопливые, вальяжные. Или это нам показалось? Вот как ты считаешь? Ну, если я могу сказать, они... Ну, они... Это сложный вопрос. Ну, просто, как ты думаешь? Я думаю, что это верно не 100%, но 90% верно, да. Они не хочет торопить, ну, я думаю, да, это верно, да. Хорошо, спасибо. Сильвио, скажи, пожалуйста, вот мы заметили, что албанцы, они довольно-таки такие любопытные, живые, ну, то есть не сидят у себя в проблемах. Вот что ты об этом думаешь по поводу этого любопытства? Ну, я думаю, это точно не 100%. Это в смысле, что они любопытны к, например, к иностранец и иностранец культурам, да? Потому что, как вы знаете, Албания была закрыта за многих лет. И как она была закрыта, они, люди не все видели и так далее. И я думаю, что они очень любопытны, если они, не знаю, если они видят иностранец культурам и все, что есть. Ну, я думаю, это всегда в хорошем смысле. Вот. Хорошо, спасибо. Окей. Пожалуйста. Скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, албанцы, они добрые? Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, я думаю, да, они добрые, да. Ну, окей. Хорошо. Спасибо, Силья. Спасибо. Пожалуйста.